Всем привет, с вами Алиста. Нас добро пожаловать на новый серию по метрострою. В прошлый раз мы с вами изучали станции 1938 года, а сегодня у нас с вами... Мы сегодня изучаем станции 1943 года. Мы начинаем изучение, которое открыто годы Великой Отечественной войны. Давайте мы с вами начнем их изучать. Я сейчас в своем кабинете распомнился. Решил свой кабинет начать свой ролик. А почему я решил? Чтобы мне близко идти к метро. Итак, я нахожусь сейчас в своей в админке. И еще вот заранее лифт у нас. Так. Чем с вами сегодня три станции. Это Новокузнецкая, Павелецкая, завод имени Сталина. Итак. Видите, я здесь поставил табличку, куда, в какую нам сторону. Идемте вот туда. Там немножко покороче. Лучше бы... Так, лучше эту площадь надо засадить. Итак, у нас с вами еще немножко осталось. У нас будет две серии у нас про Великую Отечественную. У нас идет 43 и 44 год. Значит, нам в ту сторону. Посмотрим, через сколько у нас с вами поезд. А вот и наш поезд. Следующая станция – Новокузнецкая. Итак, мы сейчас едем по... Вот. Мы с вами поедем с вами в сторону юга, вот. Итак, смотрите, мы еще перевернули станцию Курская, вот. И заранее метки я отключил. Так. Мы сейчас с вами эту станцию с вами изучим с вами. IP, карта и моды будут сразу в описании. Станция Новокузнецкая. Вот так будет станция Новокузнецкая с вами. Вот так. И давайте мы с вами поднимемся с вами к вестибюлю.
Ну так у нас так по вестибюлю у нас круглый получилось. И вот так, ага. У нас скоро пойдет поезд Давайте изучать следующую станцию Павелецкая. Так. Я сейчас снимаю ролик в 8 утра. Чтобы мне удобно было снимать. И потом лучше заняться на Томсе, если что. Угу, понятно. Ну что, следующая станция у нас с вами Павелецкая, без центрального зала у нас. Так, у нас ролик будет сегодня короче. А вот наш поезд приехал. Следующая станция – Павелецкая. Следующая станция – Павелецкая. Итак, у нас с вами сейчас осталось две станции изучить. Это у нас Павелецкий завод имени Сталина. Так, смотрите, если кто хочет стать мышцем, у нас есть еще в этом моде, я вам рассказывал, можно управлять поездами. А, вот мы у нас вышли уже напрямую уже на станции Павелецкая. Станция Павелецкая. Станция Павелецкая. Но без центрального зала, вам говорю. Появится где-то в районе 50-х годов центральный зал. И нам... Давайте изучим побыстренько вестибюль. У нас скоро поезда сразу пойдут. Мы будем ждать. Вот вы станции, вот Павелецкая таким образом. А скоро появится сам вокзал железнодорожный, если кто хочет. Может, если будет, кто будет играть на сервере, я вам разрешу делать вокзалы. И
и поедем изучать следующую, последнюю станцию. Завод имени Сталина. Следующая станция – завод имени Сталина. Следующая станция – завод имени Сталина. Этот поезд сменит маршрут на завод имени Сталина, Сокол, до станции Сокол. Так, смотрите, у нас уже с вами уже 3 ряда. Вот столько мы станций мы с вами уже сделали. Итак, следующий у нас с вами идет 1944 год, до станции до Партизанской у нас с вами линия идет. Так. Все, ну скоро выйдем на прямую с вами. Ну что ж, мы выходим с вами на прямую с вами. До самой до завода имени Сталина. А вот у нас вот и станция у нас. Станция, завод имени Сталина. Конечная, поезд дальше не идет, просьба выйдите из вагонов. Вот выглядит станция, завод имени Сталина. Вот таким образом. Так, давайте изучим с вами вестибюль с вами. Вот у нас такой вестибюль. И вот у нас такой вестибюль получилось на этой станции. Давайте на этом ролик буду и заканчивать. Итак, давайте на этом серию я заканчиваю. С вами был Алист. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. И пишите комментарии. Не забывайте Итак, на этом все. Не забывайте. Всем удачи. И всем пока.